стадионе «Олимп» состоялось яркое и торжественное закрытие всекубанской спартакиады школьных спортивных лиг Северского района. Приветствовали победителей и призеров творческие коллективы ЦРТДЮ и учащиеся отделения акробатики спортивной школы станицы Северской. Северский район. Проводилась спартакиада среди учащихся общеобразовательных организаций с 5 по 11 классы с сентября 2023 года по март нынешнего. Проходила по разным видам спорта. Сегодня подвели итоги упорной борьбы, длившейся целых 9 месяцев. Есть очень хороший девиз: знание и спорт – выбор сильных. Так вот, все, кто сейчас находится на трибунах, это сильные, смелые и ловкие ребята. Так держать. Награждение победителей и призеров спартакиады проходило для двух групп образовательных учреждений. Среди школ с числом учащихся, превышающим 500 человек, третье место в общекомандном зачете заняла гимназия станицы Азовской. Второе место у лицея поселка Афипского и заслуженное золото получила школа номер 44 станицы Северской. В группе образовательных учреждений с числом учащихся до 500 человек на третьем месте школа номер 23 станицы Калужской, на втором школа номер 11 станицы Григорьевской и на первом месте школа номер 46 поселка Черноморский. Отдельно наградили спортсменов по командным видам спорта, учителей физической культуры и тренеров-преподавателей за объективное судейство участников соревнований.